Вечер, начало 10-го. Светлана и Павел отправляются к ларьку, который расположен на улице Пушкина. Среди молодежи ходит слух, что именно там по ночам продают пиво. Павел подходит к киоску. Несколько минут ожидания, и из окна ларька продавец подает черный пакет. В нем 1,5 литра пенного. Среди молодежи есть прямо такие горячие точки, где можно купить алкоголь ночью, днем, без разницы. Мы считаем, что продажа алкогольной продукции недопустима, в ларьках. Если есть действующие законы, которые это запрещают, почему тогда все пытаются их как-то нарушить? Мы думаем, что раз закон есть, значит, он должен действовать. Ребята тоже сообщили о продаже пива в ларьке в полицию. Пока ждали правоохранителей, к ларьку подъехал автомобиль «Газель». Появилось опасение, что пиво из ларька сейчас просто вывезут. Хозяин уже начал закрывать торговую точку. К удаче участников рейда и к несчастью предпринимателя участковый подъехал как раз вовремя. Был проведен внутренний осмотр ларечного помещения, в ходе которого обнаружено, что один из холодильников битком набит пивом. В нем хранилось в разных емкостях 76 литров этого пенного напитка на общую сумму 8000 рублей. Все обнаруженное было опечатано и изъято. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту. Нарушителям грозит ответственность по двум статьям. Продажа алкоголя после 21 часа и продажа в нестационарной торговой точке.